Мастер неожиданных театральных превращений отмечает сегодня 75-летие. Новые приемы он внедрил в свой театральный мир задолго до того, как они вошли в моду повсеместно. Он утверждает, что покой – это почти преступление. Тема смерти в его спектаклях почти никогда не прерывается. Смерть и смертность – для него это вечная данность, с которой никак не удается примириться. Исходное событие его жизни, которого он не помнит – это спасение из Каунасского еврейского гетто. Его поводырь в профессии – Георгий Товстоногов. Его ангел-хранитель – жена и коллега, режиссер Генриетта Яновская. Все то, что он делал, неожиданнее других. Его повороты, повороты логики, неожиданнее других. Яркость того, что было построено, неожиданнее и ярче, чем у других. Несомненно, что это его существование на курсе во многом определяло работу курса. Способен сопоставлять несопоставимое. Жесткий, страшный документ человеческой жизни и необыкновенную, я бы сказала, поэзию любви. В каком-то смысле он шекспировский человек. Возьмете скрипка Ротшильда, «Черный монах», «Нелепая поэмка», «Пушкин, дуэль, смерть». Это все в какой-то степени ведь больные темы, мучительные темы. Это все, когда в это погружаешься и пытаешься понять, и нащупываешь эти болевые точки, если не идти до конца, то нет смысла, понимаете? У него все подчинено своей профессии. Это даже не профессия, это способ жить. Интерес у Гинкоса всегда человек на краю, человек над бездной, умственный, интеллектуальный, душевный, на разрыв аорты. Нет хорошего режиссера, который работает без своей боли, без этой памяти, без этого страшного гетто, без этого чудесного спасения. На меня, конечно, очень сильно подействовало, когда я узнала, что он был в гетто. Очень сильно. У меня возникло ощущение какого-то участия в мировой судьбе, моей собственной. Назови имя. Если я назову тебе свое имя, со мной случится несчастье. Даже если несчастье, назови имя. Если назову тебе свое имя, я умру. Даже если умрешь, назови. Иногда спрашивают. Кто вы такой? Значит, я давно придумал формулировку, кто я такой. Значит, русский режиссер, приехавший из Литвы с сильным еврейским акцентом. Будучи русским, чисто русским режиссером.